непривычное в привычном. В Центре современного искусства Чувашского государственного художественного музея открылась выставка ульяновского художника Вячеслава Сайкова «Будни». В каком свете видит повседневные вещи автор, узнавала наша съемочная группа. У меня в руках обычная столовая ложка, с виду ничем не примечательная и вряд ли запоминающаяся. Впрочем, она и должна быть такой простой и удобной в использовании. Но стоит слегка изменить угол зрения, и этот кухонный предмет становится полноценным арт-объектом. Компьютерная клавиатура, алюминиевая кастрюля и деревянная табуретка. Эти повседневные предметы на картине обретают новый смысл. Маленькие, едва заметные глазу уличные штрихи, поручень трамвая, подошва ботинка проходящего мимо человека. Вот такими перед посетителями предстают будни Вячеслава Сайкова. У меня с натурой, потому что натурная живопись, натурная, ее без натуры не сделаешь, не напишешь, не выдумаешь просто из головы. Это что созревает, то, что я вижу, живу, где как-то выходит, то и делаю. Ну, мне вот он даже должен красоту вот этой, даже пускай будничности, серой жизни какой-то, а в ней тоже есть красота, даже в грязи в какой-то есть красота. Свое творчество автор не определяет конкретным направлением, у его картин даже нет названия. Художник считает, зритель сам дает имя каждому полотну. Его работы выставляются в различных отечественных и зарубежных экспозициях. И каждый раз посетитель получает новые впечатления. Мне показались картины очень социальные, очень интересный подход в разных залах, то есть разные картины, разные характеры, разные эмоции вызывают картины. В том зале именно картина с зеленоватым таким кубком или, может быть, стаканом и окурки, где вот это больше всего, наверное, привлекло. И никакие мысли от тебя эта картина не была? С виду изящный стакан и какая-то угнетенность или, я не знаю, такое одиночество какое-то, вот именно такие какие-то эмоции. Увидеть будни в другом свете можно будет до 12 февраля. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика.